Всем привет, с вами Спектр Эрик, и мы продолжаем проходить Final Fantasy VII Remake. Мы выбрались из канализации в седьмом секторе, и теперь направляемся вглубь района, чтобы понять, что же действительно Шинра затевает, и действительно ли она собирается уничтожить весь сектор. Sector 7 should be just past that large maintenance facility over there. I vote we stay in the light, so we can see where we're going. Dark, dark everywhere. Тифа утверждает, что нам нужно идти на свет. Не самая умная мысль обычно, но почему бы и нет. Кто... В конце концов, мы не в Алане Вейке, чтобы бояться темноты. It's deserted and kinda creepy. Я надеюсь. People don't come around here often. Not just because of the monsters, but because of the stories. What kind? Everyone seems to think that the train graveyard is haunted. Those who lose their way out there in the dark of night will never, ever find their way back home again. Среди народа ходит легенда, что это кладбище поездов проклято, населено призраками, и те, кто бродит здесь в ночи, никогда не возвращаются обратно. Девушки слегка напуганы, а Клауду все нипочем. Смею напомнить, что мы все еще не в Алане Вейке или каком-либо другом хорроре, поэтому бояться каких-то призраков не обязательно. В лучшем случае обычные мобы здесь нам будут встречаться. Ветер шумит, не более. Или просто мобы. Скорпионы. Те самые, с которыми мы уже когда-то дрались. Все еще не призраки. Нет. Мы детей не слышали никаких. Тифа, расслабься. Так, это еще что такое? Какие-то детские рисунки, светящиеся в темноте. Хотите наверх лезть, а вот здесь может что-то интересное лежит, нет? А вдруг? Да, смотрите, сундучок.
с одной монеткой, очень мило. О, не тот путь, спасибо. Наверное. Эти скорпионом тут маслом намазаны или что? В чем проблема их? Надо не забывать, что мы идем на свет. Ну, полагаю, нам на ту сторону от этого здания надо просто пробраться. Пока все получается весьма успешно, наверное. Каких-то особых проблем мы пока не испытали. Интересно, как они это делают, и главное, кто. Может, и правда какие-то дети, которые живут непосредственно на этом кладбище поездов. Alright, let's see what's inside. Ух ты. Максимально зловеще дверь открывается. Well, what do you think? I'm game. Еще бы. But it'll be fine. We've got a bodyguard, don't forget. Mine. Right? Ghosts aren't my thing. You're just being modest. After you. Mind letting me go then? Какая прелесть. Нет, мы вот так вот и пойдем. Вон там кто-то бегает. Свет? Или что? Что ты имеешь в виду? Эй, я что-то вроде как должен был быть защитником и идти вперед. Куда ты убежала-то? Эрит! Это и правда дети, и это и правда призраки. Это какой-то монстр. Это монстры обычные. Но только это и правда призраки. Кто бы мог подумать, что они существуют. Чем мы будем драться с ним? Надо потестировать элементальные способности. Начнем со льда. Ха-ха.
К физическому урону у них защита. А вот огонь он не любит. Добрая душа. Они оказались действительно опасные, как и говорил Клауд. И они роняют на нас всякие вещи. Ты в порядке? Да. Спасибо, Клауд. Ты спас нас. А вон та штучка как будто бы ведет нас, нет? Gonna need to find another way through. Man, come on. Скорпионы набежали. Похилиться, пожалуй. Так, и искать ход. А тут нет. Что мешает на самом деле вот залезть? Тоже нет прохода. Явно же он должен быть где-то. Вон там я вижу сундучок стоит. Наружу. Ой. Включилась старая запись из поезда. О, дверь открылась. Это как будто бы явно ловушка выглядит. Что они нам сами открывают двери, куда идти. И закрывают их. Они с нами или играют, либо намеренно мешают пройти сквозь. Так, здесь не пройти. Он хочет, чтобы мы зашли туда. А если мы туда не пойдем, это облачко пролетело. Ладно, вроде как бы нас получается и правда надо идти туда, но давайте заглянем, что здесь. Но дверь заперта изнутри. И сквозь стекло ничего не видно. Так, а что эта штука сделает? Нет электричества. Someone might be messing with the power supply to make us run around.
О, может, мы сейчас до того сундучка дойдем? Да, вот он. А тут маленький дракон. Всех победили. Браслетик новый. Но надо нам похилиться, да? Да. Ну, во-первых, давайте так. И вот так. Эта дверь открывается. Мана восстановилась. Что им от нас надо? Что вроде бы и как бы они не очень опасные, но и дружелюбными их назвать не получается. Все померли, и я помер. А как это произошло сейчас? Просто на ровном месте. Сейчас они вылезают. Надо драться сразу. Надо похилить Эрит. Лед на них тоже не особо не действует. Во, молния вроде хороший эффект оказывает. Во,
Один призрак нас покинул. Как он убивает с одной тычки, я вот этот момент не уловил. Где он? Ну что, пробовать яд на него наложить? Или он отзеркаливает атаки? Почему Тифа отравлена? Мы победили? Вообще не понял, что произошло, но это было плохо. Так, Тифа есть. Эрит есть. Клауд есть. Очень тут все подозрительно. А там сундучок был. А как нам до него добраться? Клауд, а ты не хочешь перепрыгнуть? Тут как бы не то, чтобы проблемно дойти. Нет? Или это хочешь, чтобы он там через ту дверь зашел, которая непонятно где. Ладно. Вон еще сундук лежит, светится. Мы здесь тоже пройти не можем. И вперед нельзя. Do you think there's more in here? Looks like. Aha! Found you. Опять? Get him! So long. И мы не можем выйти, пока с ним не подеремся. Ха? Он не успел ничего сделать, и мы решили резко возникшую проблему. Так, вот это проход к сундучку должен быть. Да? А, вот он. 2 мегапоушена, это хорошо. А вот эта дверь, которая была закрыта изнутри, я правильно понимаю? Да. Не знаю зачем, но мы ее открыли. Может, когда-нибудь мы ее используем, я не знаю. Чуть-чуть Клауда бы подхилил еще. Мы сейчас в control room должны прийти, но оно закрыто. Так, тут тоже прохода нет, значит единственный путь это остается вниз. Значит, идем вниз. Что? Так.
Тут скорпионы, ладно. Вот они точно сюрпризов не преподносят во время боя, так что бояться нечего. Хорошо. Тут прохода нет, значит сюда наверх пойдем. Опять же, следуя за светом. Не просто ж так нам это говорят делать. О, музыка и скамейка. Скамейка — это вот прям то, что нужно. По скидкам сразу все скупили. Поезд. Но ведь нету. Посидим. Давай, садись. Все восстановили. И готовы отправляться в бой. Что сейчас явно тут призраки навяжут нам конфронтацию. Хотим мы того или нет. Вот так. Это мы открыли дверь насквозь. Это сюда. Тифа! Эрит, в чем проблема? Что ты делаешь? Призраки решили собраться в одного большого призрака. Нехорошо это. И как? Пока. Гуль. Мистер Гуль. Как нам с вами бороться, скажите, пожалуйста. Где он? Вот он. И он иммунен к дамагу, накладывает еще и сайленс на нас. Вот, по-моему, молния на него самый действенный эффект оказывает. Ой-ой.
исчезает, и он сейчас будет неуязвимым. Надо уворачиваться. Да, получается, у Эрит сейчас за счет молнии есть возможность хоть как-то на него воздействовать. Чем, собственно, мы и будем пользоваться. И вообще, а можно... Ай, мы призовем кого-нибудь, где там наша возможность... Нехорошо это. Нехорошо. Да я же уворачиваюсь, в чем проблема? Давай, 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 влево, вправо. Давай, ну давай, Клауд, ну давай. Надеюсь, хоть немножко дамага по нему прошло. Вот это вот все тут еще... А! Так это... Ах, он это свои руки посылает. Это рука. Как... И чего, и как мне? Ай-яй-яй. Эта фигня еще и иммунна. Ой-ой. Господи, Клауд. Так, Эрик, надо хилить. Благодарю. Бесит быть иммунным. Да, блин. Нет, руки нет! Да, блин. Ауч. Это было больно. На тебе фаербол в лицо. Нехорошо, 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 нехорошо.
Тифа, мана. Так. Что теперь? Он переходит в новую стадию? У него есть голова. Ай-яй-яй. Так, блин. Очень, блин. Обменялись типы хилами. Да как, да чтоб тебя? Я же уворачиваюсь от этих рук все время. Отстань от меня. Ну, какие прочные обнимашки. Орать будет? Не орать? Ай. Ай, а что ли? Что меня бьет? Я не понимаю. Что тут происходит-то? Так. Огонь очень хорошо по нему прошел. Не орать, не орать. Да боже мой. Тифа. Что за дела, Тифа? Эрит, живи. Эрит, поднимай Тифу. Молодца. Устанавливай ману. Надо, чтобы Эрит до своего лимита дошла и слегка всех разом похилила. Будет очень... удобно. Опять сраные руки. Нет, нет. Уходи. Я не понимаю, как от них уворачиваться. Они все равно меня достают. Хочу я того или нет.
Орать сейчас будет, орать. Нет, нет. Господи, что это за плевки загадочные такие от него постоянно? Телекинезис. Так, тихо цепануло. Очень нужен лимит Тифа. Очень. Блин, сейчас опять руки вылезут, что ли? Сало наложили. Крепкие электрические обнимашки, я понял. Так, ну. Вроде бы. Поднимай Клауда. Вот, вот это хорошо. Давай. Давай, оживай! Немного... ударов поли. О, Тифу прихватило. Я сейчас, по-моему, увернулся от руки, или мне показалось. Не орать, не орать, не орать. Still alive. Нет, 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 нет. Где он? А, я увернулся от рук, у меня начало получаться. Не знаю, насколько это актуальная информация, потому что... мы почти его победили, я надеюсь. Да, мы победили его, мы победили! Мы молодцы, ура! Изматывающий бой был, капец. What are you talking about? Призрак просто хотел, чтобы с ним кто-то поиграл. Come on, let's get back to the crane. И каким-то образом она все это поняла, Эрин. Эрин. Что ж, на этом серия подходит к концу. Спасибо, что вы были со мной. Надеюсь, увидимся когда-нибудь в ближайшее время. Пока-пока.